будемо волею життєвою тверді міцні, не зламні мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Україно, вставай! Україно, вставай! Не хочемо слави ні заплати, заплата нам це радість боротьби. Із імена моєго мужа большое спасибо, що ви прийшли сьогодні опять. І хочу всім спросити, що підняти от эту символу, что мы будем победить. Как Миша сделал 5 декабря. Мы хотим, что в Украине лучше жить, что для людей была бы жизнь лучше, чем последние годы. Наверное, не смог Порошенко, бизнесмен, не смог делать, что он обещал. Может быть, хотел, но не смог. Надо обязательно дать ему знать, что политика – это не бизнес. Люди – это не товар. Надо показать, что ты любишь Украину, а мы не видим. Сейчас, конечно, трудно, когда Михаила нет. Но вы помните его слова? Когда они меня поймут, обязательно продолжайте, потому что Украина хочет перемен. Украина должен стать лучшей страной. И можно, когда серьезная борьба против коррупции. И это возможно. Они уже сейчас перешли красную линию. Не надо оппонентов создать в тюрьме. Нет, надо показать, что ты тоже сможешь делать реформы. Ты тоже хочешь хорошего для людей. Но мы это не видим, поэтому вставай, Киев, Украина, вставай. Спасибо.